Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке... как же она там? Granny Family Escape? Нет, не-не-не. Family Secret Escape. Ну, короче, что-то вот типа того. Соседи наши, семья соседей, которые уже начали и ко мне домой наведываться, не только у себя тусоваться. Их уже 5. И сегодня мы пройдем последние 2 уровня и посмотрим на концовочку. Что же нас будет все-таки ждать в конце? Что эта семейка там будет делать? Я не знаю, конечно, помрут они там все. Дом мы их сожгем. Непонятно. Но сегодня мы это все увидим, естественно. Вы нашли убитого мальчика. Скорее всего, он был отравлен. Найдите яд и принесите его домой для доказательства. Ну, давай. Сейчас притащим. Нужно найти только этот, как его, комнатку. Супер легким, спокойным способом ее взломать. И забрать этот яд и притащить домой для доказательства. Возможно, кстати, за ними полиция приедет. Вот в чем прикол еще. Потому что для доказательства, видите, кому-то что-то нам доказывать надо. Скорее всего, полицейским, которых мы вызовем, чтобы их забрали. Я очень надеюсь, что концовка не будет просто написана буковками. Или просто там игра закончится тупо и все. Я бы хотел именно вот посмотреть на настоящую крутую концовочку. Так, ладно, пробираемся домой. Эге, готово. У нас там уже ходят дружбаны. Но вроде как наверх не поднимаются. Это очень даже хорошо. Наверх не поднимаются, но пошли тоже в местечко там кое-куда. Ой, выходят, ё-моё. Ой, поднимаются или нет? Не знаю пока что. Так, ладно. Короче, прикол в том, что здесь нет ни одной закрытой комнаты. И это не прикол, это проблема. Ой. Девчуля, здрасте. По башке. На. И гуляй. Я побежал. Так, сейчас надо дверь закрыть за собой. Все отлично, я жив, здоров. И тут реально нет ни одной комнатки, которая была бы с ядом. Черт. Вот это уже тупо. Короче, есть другой, в общем-то... Ага, есть другой прикол, но как его сделать, я пока что без понятия. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, подожди, не сбрасываем это. Вот сюда аккуратненько. Нам нужно тогда искать другое местечко. Нам надо явно искать другое местечко. Пойду тогда вот в этот дом сейчас зайду. Точнее, вот в эту вот часть. Здесь вот жалко, запрыгнуть нельзя откуда-нибудь вот отсюда. Было бы очень удобно. И очень кстати. А здесь, блин, миллиметр только. Запрыгнешь наверх, да и все. Больше не получится. Аккуратно тогда поднимаемся домой. Надеюсь, они все будут в той части дома. Да куда ж ты бросаешь мои все вещи? Достал-то уже, а? Сам по себе на кнопки нажимает. Тихо. Батюня. По башке получай. И мы побежали в дом. Причем в дом я пойду очень хитрым способом. Чтобы меня никто не грохнул. Так, готово. Там дочурка на втором этаже. Ё-моё. Ну, мне на второй этаж надо, это по-любому. Закрытых комнат тут не вижу. Интересно. Так, ладно. Дочурка. Вижу закрытую комнату, ребята. Туда будет попасть не очень легко. Но! Есть одна очень прикольная тема. Когда дочурка будет выходить, я попробую ее вырубить. Причем сразу же. Нужно за батей тоже следить, потому что он этот... Тихо. Вот-вот-вот-вот-вот. Попали. Ай, блин. Но не успели залезть. Вот беда. Вот так беда, так беда. Ну ладно, у меня, короче, есть еще. Вон он, яд. Более-менее крутой план. Вот отсюда я смогу как-нибудь запрыгнуть, а? Так, подожди. Там закрытое окно, да? Тихо-тихо-тихо-тихо, подруга. Попали. Отлично. Блин, там батя еще поднялся. Вы что, шутите, что ли, совсем? Ой, меня окружили, ребят. Меня тупо окружили. Я не знаю, что делать. Тихо. Надеюсь, меня не заметят. У меня очень сейчас опасное место. Они все сюда пришли. Да вы гаденыши вонючие, а? Вам не стыдно? Четвером. В одном доме, на одном этаже. Просто... А нет, подожди-ка. Ну да, четвером. Ну хотя бы не в пятером. А туда никак не запрыгнешь по-хитрому. Единственная тактика, которая здесь может прокатить, это чтобы мимо этой комнаты проходил какой-то из соседей, и я его вырубил. Это единственный план. Других не будет. Ой, блин. Ой, блин. Я одну вынес, конечно, хорошо, но вторую не смог.
Так, блин. Да, чувствую это надолго, ребята. Чувствую это очень надолго. Они меня по полной программе снова грузят. Со всех сторон. Так, получай по башке. Ага, гуляй, я пошел. Так, ладно. Мы все-таки все равно идем туда. У меня есть сейчас шанс туда все-таки пробраться, вы видите, да? Отличный просто шанс. Сейчас мы это сделаем. За мной никто не следит. Сейчас нужно, чтобы там наверху был только один единственный сосед. И больше никаких других. Если это будет, то это стопроцентный успех. Чё, кто? Кто бежит-то? Кто-то снизу. О, прекрасно, прекрасно, ё-моё. Пусть бежит. Мне оно и надо. Вот сейчас поближе к нам подбежит, я сразу брошу. Так, бросаем. Тихо. Заходим. Яд забираем. И под кровать залезаем. Меня нет. Вот способ просто топчик, ребята. Лайкос за него по-любому. Дверь до сих пор открыта. И она уже не знает. А где же этот балбес-то, который по мне попал? А я-то до сих пор здесь. Но сейчас я уже буду сваливать отсюда вместе с ядом для доказательства. Это просто офигенно, ребят. Ой, я не допрыгнул. Так, ну врагов вроде нет, мы тащим домой этот яд. Все, яд у меня, ребята, сейчас будет последняя миссия. Блин, ну я думал, конечно, это надольше затянется. Что-то как-то они меня поокружали со всех сторон. И мне уже стало немножечко страшновато, что я буду жестко тупить. Ага, ну продолжаем. Естественно, куда деваться-то? Мы продолжаем и смотрим последнюю миссию, ребята. Что там будет написано? И... В полиции сказали, что доказательств недостаточно. Вы решили отравить вашего соседа. Подложите яд в его еду. Опа! Я уже, по-моему, примерно понимаю, какая будет концовочка. Мне кажется, сосед, короче, просто как вот клоун, помните, которого мы отравляли? На заднем дворике будет стоять и просто упадет, и все. Это будет концовочка, которой мы шли 15 уровней. Но если хотя бы такая будет, я и то буду рад. А не просто текст, что вы прошли, или просто выкинет главную менюшку. Вот это будет прям полная фиаско и полный отстой. Так, запрыгиваем аккуратненько. Ага, там кто-то на второй этаж пошел. Это однозначно, но мне тоже туда надо, наверное. Хотя сейчас надо проверить, может быть и не надо туда. Хотя нет, походу надо. На втором этаже... Ой, дочура. Дочура по башке получила. Ой, блин, мамуля еще и бежит. Ё-моё! Стопарики, стопарики, стопарики. Тихо-тихо-тихо, подожди. Кровать есть, кровать есть, я сныкался. Фу. Ништяк, ребята. И, по-моему, тут не на втором этаже, этот, как его, будет еда соседа. Где-то в другом месте все-таки, я понимаю. Так, да? Нет, вот бы, блин, в какой-нибудь бургер подбросить. Нет, ему надо что-то все усложнить. Ну, я, конечно, сейчас допроверю, в принципе. Проблем-то нет. Но... Подожди, это подо мной доходит? Отлично. Но если снова в том здании, это отстойно. Я бы хотел, чтобы в этом было побыстрее. Так, эти все снизу ходят. Блин, это реально в том здании, ребята. Туда сложнее попасть. И комнатки там открывать тоже сложнее, намного причем. Да уж, ну а что, я уж тут ничего не смогу сделать. Мне по-любому придется оттуда добираться. Как бы никак не схитришь. Это открываем, давайте, сейчас я отсюда снова паркурю, да? Так, хоба, сюда перепрыгнули. А вот туда уже опасно, потому что, видите, бабуся. Так, по башке получила бабуся, и мы идем. Мы идем потихонечку, куда-то идем. О, нашел закрытую дверь. Попали, попали, попали. Ё-моё, что я творю? Что просто я творю? Так, смотрите, у меня есть способ туда забраться. Это будет очень легко. У нас прям под этой комнатой получается. Сейчас мы, короче, вот так вот прыгаем и вот сюда. Так, вот еда, хоп, попал. Ой, я красавец, просто что творю? Отравили. Сосед умер. Сосед, ребята, умер, и концовка есть. И она причем другая. Рядом с ребеночком он помер. Все, попой кверху. Ногами к двери. Можно выносить, в принципе. Все! Я, ребята, прошел игру. Это случилось. Причем прошел я ее просто офигенскими способами именно в конце. Просто жесть. Я, конечно, уверен, то, что
Я первый бы левел, если бы по-хитрому проходил, то мы бы еще быстрее с вами дошли до 15-го. Но что-то как-то вот в прошлых двух уровнях мои суперкрутые способы помогли мне, конечно, ровным счетом никак, а возможно даже усложнили. Но все-таки, может быть, тут усложнило и то, что против меня сразу 5 соседей рубились. Это тоже может быть. Но в любом случае, концовочка получена, игра пройдена и все офигенно. На этом все, друзья. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.